Поступить в ВУЗ, минуя напряженный этап централизованного тестирования. Разве не об этом мечтает каждый абитуриент? Благодаря возвращению внутри университетских олимпиад с 2023 года учащиеся 11 классов получат такую возможность. О намерении опробовать новинку уже заявили в Брестском государственном университете имени Пушкина. В этом учебном году в БРГУ имени Пушкина объявлена университетская олимпиада по нескольким учебным предметам. Это учебные предметы русский язык, белорусский язык, математика и физика. Эта олимпиада проводится с целью отбора замотивированных абитуриентов для обучения по специальностям, соответственно, русская филология, белорусская филология, физико-математическое образование по математике либо по физике. Регистрация на олимпиаду будет проходить с 3 по 9 ноября. Она будет доступна как в онлайн-режиме, так и офлайн при личном посещении вуза. Офлайн. Понятно, что абитуриент должен прийти лично в университет, к нам в приемную комиссию, это кабинет 114 в центральном корпусе, и зарегистрироваться, то есть подать заявку. Можно сделать это онлайн на сайте нашем, скачать соответствующую заявку, заполнить ее и прислать нам по электронной почте. В течение нескольких дней абитуриенту будет сообщено о том, что он зарегистрирован и что он имеет право приезжать на предварительный этап. Предварительный этап пройдет 13 ноября. По его итогам 12 февраля 2023 года состоится самый важный – заключительный. Именно от его результатов зависит дальнейшее поступление. Победители заключительного этапа, то есть те участники, которые получат дипломы первой, второй или третьей степени, будут иметь право на зачисление без вступительных испытаний в наш университет на специальности русская филология, белорусская филология, физико-математическое образование. Абитуриентам стоит обратить внимание, что перечень предметов, по которым проводится олимпиада в каждом конкретном вузе, равно как и специальности, на которые победители имеют право зачисления без ЦТ, каждый университет выбирает на свое усмотрение. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.